Уручение премии за духовное одраджение – выдатная традиция, якая надає калядным святам особливый сенс. Гэты вечер мы присвящаем нашим суайчинникам, тем, кто сберегает и узбогачает национальную культуру Беларуси, что гость удивляя нас неверогодными досягнениями. Высокие имкнения людей, которые сейчас поднимутся на эту сцену, не соотносятся с канонами сучасного прагматичного света, где все продается и купляется, а мораль и справедливость не каштуют ничего. Великую идею служения громадству и державе номинанты премии за духовное одраджение ставят выше за материальные выгоды. Своими справами и учинками замацовывают в наших сердцах веру у добро и чистиню думок. Такий приклад викликає почуття гордості за наш народ, який заховав ліпші національні риси – спогадливість і великодушність, працовітість і метанакерованість, справжній патріотизм. Дякуючи героям гетого святочного вечора, теплиню і пяшчоту відчули многие белорусские дети, які залишилися без батьковского клопоту и любви. Знайшли спочувание, подтримку люди, которые сутыкнулися с тяжкой хворобой, опынулися у складанной життевой ситуации. Символично, что напередодні 75-годзя великой перемоги мы вручаем премию за духовное одражение белорусскому громадскому объединению ветеранов. Отзначим их уклад у захования памяти о подвигу народа и активную гуманитарную деятельность. А наша традиционная премия «Белорусский спортивный олимп» нехай натняя айчинных спортсменов на новое здесьнение на будущих гульнях в Олимпийском Токио.